Приветствую тебя, экономикризис. Нам с Обеликсом нужно попасть на Тули. И нам нужен твой корабль. Это невозможно, Гал. Я не могу выйти в море. Почему? У тебя нет грибцов? Мы с Обеликсом могли бы... Нет, я лишился лицензии. Ее отобрали легионеры из аквариума, вероятно, за то, что я причалил к их пляжу. Это печально, что люди начинают приватизировать пляжи. Ясно. Не волнуйся, экономикризис. Мы заберем твою лицензию из аквариума. И сделаем это очень вежливо, да, Астерикс? Правда? Вы можете это сделать? Если у вас получится, я отплачу вам 10-кратным, 8-кратным. В общем, 4 раза бесплатно отвезу вас. По рукам, экономикризис. Жди нас здесь. Мы быстро. Thank you.
Славно, славно, римляне! Вот это я и называю хорошей дракой. Никаких сомнений. Это запах кабана. Эти Фикс, ты чуешь то же, что и я? Похоже, пахнет кабаном. В этом году римляне довольно крутые. Они здесь! В атаку!
Схватите их!
Твой черед, Астерикс! Ой!
Я победил. Пришло время расплаты. Черед, Астерикс! Никаких сомнений. Это запах кабана.
Когда вы достигнете западного побережья Иберии, поверните на север. Денеп укажет вам путь. Спасибо за маршрут, Панорамикс. Подведем итог. Одна лицензия, один корабль, морской круиз до Туля, два пассажира, крупный, маленький и ручная кладь. Крупный? Мне кажется, торговцу нужно проверить зрение, Астерикс. Уверен, что с ним не опасно плыть? Успокойся, ты не ручная кладь, Эдификс. У него просто плохое зрение. Все в порядке, Галлы. Отправляемся в первую поездку бесплатную. Пошли, Обеликс. Прощайте, друзья! До скорой встречи! Будьте осторожны и берегите Менгир! А, мое сердце разрывается каждый раз, когда я провожаю их! Храни вас Тевтат, дети мои! Скажите Барду, чтобы он угомонился. Не хватало им еще и головной боли. Итак, наши герои начали свое путешествие на север, следуя указаниям Панорамикса и звездам. Они проплыли мимо берегов Иберии, вежливо приветствуя римские галеры, которые встретились им по пути, и продолжали плыть на север к далекому-далекому Туле. Вот мы и на месте. Это остров Туле, Обеликс. И тут довольно прохладно, мягко говоря. При том, что мы не желали выполнять это задание. Поищем кого-нибудь, кто введет нас в курс дела. Я подожду здесь, Галлы. Не хочу оставлять корабль без присмотра. Не поговорить ли мне с римлянами? С теми, что нападают на бочку? Я не знаю, что еще делать, Обеликс. Они странно себя ведут. Даже для римлян.